Привет, решил сейчас прогуляться. Вот это я понимаю. Ты что, дождик? Чем ветер не сильный, дождик со мной. Все, я хочу прогуляться в дождике, я люблю дождик. И мне нравится, какой звук. Я думаю, просто вам, может, само видео. Мне понравилось, как, в общем-то, записывает звук-то. Достаточно хорошо записывается, поэтому что-то я вышел, и все, дождик. Только что вы видели, как он хорошо капал? Что-то все уже. Уже не капает. Точнее, он сейчас, ясное дело, видимо, тучка слишком маленькая. Ну, хорошо, прям течет вода. В прошлой видео я ночью ничего не видел. Оказывается, очень неплохо снимать такие айфон ночью. Все-таки видно. Это хорошо. Это днем посмотрю, да, молния туда-сюда. Что? Я просто фокусирую сразу, если посмотрю. Так. Не собираюсь в пустошники ходить. У нас тут их особо и нет, пустошей-то. У нас так. Тут-то. А почему еще снимаю? Ну, потому что так, хорошего дождика давно не было. Даже и когда я здесь был, имею в виду, когда это... Я не, или было летом. Ну, короче говоря, я вижу дождик. Такой хороший, сильный дождик. А с грозой такой вообще красота. Да, пардон, если там как-то все сильно там плохо что-то видно или снимаю какую-то фигню. Ну, я не всегда просто... Большую часть я даже не смотрю, что я снимаю. Я так направляю примерно в направление, куда я иду или смотрю. Он бегает кто-то, так что... Ну, что, нормально, хорошо, так. Сейчас я думаю, просто как, есть смысл чуть-чуть пройтись, а... Дождь, причем так, с грозой, вроде бы должен быть до самого завтрашнего утра. Вот так вот. Что-то все, дождика нету. Я-то думал, сейчас дождик запишу вам хороший. Я сейчас посмотрел в окно. О, льет так льет. Ну, видимо, то будет, то не будет. Уже и все. Ну, чуть-чуть капельки так идут. Я дождем это не могу назвать. Ну, ладно, еще пройдусь, так покажу вам, может, что-нибудь. Так, тут мы шли. Я пройдусь чуть дальше, по-другому, там, через центр, может быть. Если нормально слышно, то это все-таки микрофон. Так, сейчас я переверну.